Эрарта, Лав Арт. Горинский вибрафон – это позывные радиостанции «Маяк», которые попали в книгу рекордов Гиннесса как самая... часто звучащие позывные. Там несколько миллионов раз, я не помню только. Причем Гарин их записал при определенных обстоятельствах ночью, срочно. И это было типа как временно. Об этом, кстати, я расскажу в своей следующей книге, которая называется «Небесный Стокгольм», про Москву 60-х. Эта история действительно удивительная.